Завершить антитеррористическую операцию на Донбассе и выработать новый формат защиты страны от гибридной войны с Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Военная операция, по его мнению, переросла масштабы АТО. Поэтому, уверяет Турчинов, нужно признать территории Луганской и Донецкой областей оккупированными и разработать госполитику по их освобождению. В то же время Турчинов не упомянул о подготовке соответствующих документов, в частности, и Народным фронтом, членом которого является. А поскольку до парламентских каникул около месяца, заявление больше похоже на политический популизм.